О, чувак бежит. Свой. Еще какой-то новый квест. Это что, на, квест новый? Опять какие-то дохлые люди. Угу. Да пофиг, пошли делать квест тот. Подожди, я лучу. Лучишь? Лучу, в смысле, лутаю, как там правильно. Я понял, понял. Я сам уже смотрю, что-то есть. Все, у меня уже не работает, кнопка Е сломалась, короче. Какой ужас. Чтобы не лутал слишком много. Так, там где? Вон. Я травку нашел какую-то. Да ладно, ух ты, может траву собирать? Он что-то такой присел, около нее собрал. Милый орк. Угу. С посохом. Еще какая-то хрень. Ты че здесь соскреб такого? Тут, по-моему, ой, все можно собрать. Краба тоже можно собрать. Ну да. Слушай, это грязикраб же. Да, я говорю, те самые крабы, на которых все доспехи качали. Так, ну где вход в майн? Я думаю, надо все-таки наверх подняться. Орк умеет плавать. Одна. Ну да. А нырять? Представь себе. И прыгать из воды. О, в воде можно прыгать. Я веселый поплавок. Угу, поплавок. Я честно, что еще в железной броне, там и в тяжелой. Дай угадаю, нам не сюда. А, блин. Ой, здорово. Спасибо. Ну да, нам не сюда. Это явно. Замочил грязикраба. Сундук мой, чур! О, нет! Это боже, это супер вообще. Чё, ну блин, выйди, выйди, дай мне посмотреть. Ай. Ух ты. А и что нужно сделать? А, вот понял. Я пока не понял. То есть только тебе. А нет, подожди, я не могу, да? Потому что ты ломаешь. Все, я более-менее понял, каким макаром тут все открывается. Да, теперь я что-то буду понимать. Короче, надо перед тем, как я начну дрыгаться, отпускаешь кнопку. Понял? Да хрена то, что тут на время. Ну, ага. Моя очередь. Давай по одному разу. Если вдруг наркнешь. Ну, время мало очень дается. Опа! Я мастер вор! Молодец. Ух ты, лук! Кстати, а у меня и тоже где-то. Что, нормально вот? Слушай, ну какой тут был, можно было настраивать, как это все. А, вот кикслоты. Тут есть кикслоты, ты в курсе? Пока нет. Где они? В инвентаре заходишь, у тебя рядом с значком инвентарь, где написано инвентарь, там кикслот написано. Так, значит. Инвентарь. Где написано? Аксессуары, оружие. А, слушай, в кикслот, похоже, только можно эти зелья запихивать. Ну вот, видишь. Нет, просто видишь, потом откроется на 15 уровне, откроется возможность двух наборов оружия. Слушай, а у нас лук, у меня лук зачарованный. Угу. Такой орк. У тебя руки светятся, когда с ним бегаешь. Где грязикраб? Я всех убил. Смотри, блок, блок, блок на луке. Хрена то, что стрелы это такого бесконечные. Ну, слава богу. Да, ну это скучно. Я бы не пережил.
Мам, пойдем уже гоблинов вольнем и баюшки. Ну ладно. Сейчас погодь, мне нужно обратно щит взять. Зачем? Я крутой маг, я без щита не могу. Да тут вообще с чем угодно можно, вообще похуй. Да блин, да. Сейчас немножко постреляю, обратно возьму в ручку. Плавают они немного странно, с боком. У тебя тоже на боку, да? М? Я просто думал, мало ли, может, они на боку плавают. Я думал, может, где-то стиль орка. Не, на боку плавают. Я думал, что на боку плавают только орки в железной броне. Да, в железной броне. Ты опять мочишь грязи крабов. Все в порядке, у меня лук прокачался до второго уровня. Ну да, это стоило грязи краба. Ну блин. Г, Р. Слушай, а на Г квикслот первый. Ну-ка, как тут Р-ка? На Г? Ну какой Г? У меня creating и joining guilds. Да? Слушай, точно. А, блин, здесь это Q. Heavy armor до 6 качнулся. У меня там что-то качнулось до этого, до 4. Тут где собачки рыкают. О, какая собачка классная. Где? У меня здесь. Это помесь какая-то собака и крокодила. Ну, класс. Не... Мне доставляет. Вау. Класс, да? Дейдрическая собачка, небось, какая-нибудь. Я не знаю. Я вообще не в курсе, я не фанат этого Скайрима никакого, и Тесов вообще. Для меня это просто одна из игр, такая же, как прочие. Поэтому я даже не знаю, что кто такие дейдрические, что у вас там, когда это. Меня так радует этими кидаться, как у кристалл шардами. Такой прилетает шарик в лицо прям. Тут вообще все клево. Вот действительно, ну, да. Же, все сделано очень классно. Его маг? Мертвый маг. Ой, смотри, Арчиха с тобой хочет познакомиться. Он, который убежала. У меня есть, вот смотри, у меня есть эльфик. Смотри, какой нежный, тоненький. Где эльфик? Вот, стоит с щитом. Иди нафиг, я бретон... Не, да? Стоп, я бретонец, да. Похож на эльфика, такой точненький. Подожди, а куда идти-то? Вон, по прямой, вон. Где-то тут должен быть вход. А, я заблудился. А, вот он. Магичка бегает. А что, прикольно. Арчиха с посохом. Ну да. Вообще моя любовь. Да нет, у тебя был круче, у тебя же был орк в этом какого. В тяжелом доспехе с посохом. Ой, я в те оказался. Все, в порядке. Что ты там делаешь? Я апнулся. На, тебе левел ап. Что ты делаешь? Я апаюсь. Ну, я чуваков убиваю. Подожди, давай апайся. Зарежь сумку. Пожалуй, я холсуся немножко. Орги читает книгу, блин. Завидно? Да, завидно. Так. О, пассивочки есть. Кто? А, вот тебе пиздец. Классная пассивочка. По-моему, ты сейчас убьешь, нет? Это не я был. Меня бьешь. Нет. Вообще так спокойно и спокойно. Догитер. А, я ничего не понял, короче, нормально. А что у тебя? Что ты там столько всего можно выбрать? Ну правильно, ты на все накачал столько. Короче, там думать надо.
А что так не хочется? Ну, у меня кристалл шард опять увеличился. Сейчас я погоню. Ну, я, собственно, побегаю, пока покиляю. Активно обидите. Блин. Чё там? Тут же в каждой вкладке все эти можно открывать, эти обилки. Да. А я только классовый делал. Я же говорю, тут много всего интересного. Надо только понять, как еще эта прокачка тут работает. А она просто работает от опыта. Ты просто берешь, получаешь опыт. И он у тебя... Не, я к тому, что я своего опыта, получается, не вижу. О, тут не сказано, сколько мне осталось до следующего уровня. Пойди сюда, сказано. Где? Вот нет, просто подойди сюда, ты вот этот, ты можешь с этого чувака что-то забрать, Догвитер Вич? Вот этот? Да. Ну, я с него забирал, я его убил уже. То есть сейчас ты с него ничего забрать не можешь, да? Нет. На нем просто посох Ресторейшена у меня лежит. Ну да, инвайт тут рейд тут пока как-то не работает. Какие-то супер ботинки. Значит, смотри, сейчас. А знаешь, что мне пишут на самом верхнем экране? Кэти пытаюсь добавить как друга, написано Account not found. Ты добавил меня как друга, я подтвердил, что ты. Не, вообще, если сейчас делать. Значит, смотри сюда. Подожди. Тут не написано, сколько до следующего этого скиллпоинта дается. А, до следующего скиллпоинта ты имеешь в виду? Угу. Тогда не знаю, ладно, уболтал. Одна голдушечка. Ну да, бегать собирать по одной голде. Ну вообще, у меня много всяких посохов падает. Ну, блин, мне ни одного еще в посох не упало, кроме моего дефолтного. Ты мне их нафиг посохи не нужны. Ну фиг знает, я бегал с посохом. Зачем? Ну, они классные. Вау, у чувака огненная стена. Был чувак и нет чувака. Слушай, охрененный маг был. Да ладно, недолго был. Ну, недолго, ой, недолго. Недолго, но был, да. Недолго, но были. Полежи уж. Ау, чё по... На, вон другой стоит. Жесть вообще, просто трэш-команда. Да уж. Ну, пойдем по правилу правой руки, чтобы не заблудиться. А, вообще нам надо... Куда нам вообще надо идти? За мной, короче, иди, все будет хорошо. Не-не-не, нам надо направо идти. Вон туда вот. Да, куда ты сейчас пошел. Ты куда гонишь, пошел, нам да. Налево надо. Я по карте смотрел. А, ужас какой. Откуда у него, интересно, молния хреначит? О! Че там? Ноги. А? Ух ты! Какая гадость. Чё там? А, какой противный звук. А, я какой-то транслейшн та. Что? Что за та? Какие-то транслейшены. Радуга, не дверь открываешь, какие-то передетки рукой. Ты открываешься. Хоть я почти оказался. Сим-сим. Угу. Не, знаешь, как это какого. Как джедаи там, типа. Это не те андроиды, которых вы ищете. Ну да, сила. Угу. О да. Так, спокойно, спокойно. Я теперь буду труорком. А чё у тебя там? Топор! Порядочек. Ну пошли, труорк. Орка-тру. Кто это? Оркопал? Я труоркопал. Труоркопал. Медиум. Мне медиум армор уже повысили.
Оп-команда, блин. Да, оп-команда. Такая молния прилетела, на, топором добил. Давай, я их валю с ног, ты их просто пинаешь. А, не прошло. Опа, левел ап! Погодь, мне апнул левел. Апы не здоровье, я пока покачаю чуть-чуть. Лоу слэш. Блин, в арморе можно повышать что-то. Soul Trap, это ты сделал? Какой Damage. Soul Trap? Нет, это... А, я бегу тебя спасать. А, да, я косую. Дальше. Ты закончил? Так, не, пойду-ка я уж пока что кастовать... Lighting Form, Increase Armor and Spell Resistance. Shock Damage, хреново, One-Handed, Dual Balls, Destruction Stuff, Restoration Stuff, Craft, Алхимия, Black Smiting. Можно ковать оружие. Black Chur, Deal. Я тебе говорю, это вообще чума. Пока что... Единственное, мне не нравится то, что там все же 5 этих, как 5 слотов на сбивать. Эти типа квикслоты, спустя ну, подпилы. Да. Ну, лично мне это нравится. Я не люблю, когда много всяких хрени. Ну блин, тут слишком много что можно выбрать. Ой, хоть чувак сидит. Это наш чувак. Он сказал, что он кого-то там убивает, и типа мы крутые. Ну, вау. Мы всех убьем, как обычно. Слушай, дай по стелсу. Какой-то пошел. А, у нас же лук есть. Ну-ка, погодь, он тут есть, а урон. Marple Ice Staff. Окей. Тут есть интересный урон из невидимости? Я тебя понял. Сейчас будем проверять. По-моему, это наш. Если стрела не попадает. Я пойду проверю, действие есть вообще. По-моему, никого нету. Ну да. Не, пошли наверх дальше. Подожди, а это точно? Ну блин, я в него 3 стрелы высадил. Он даже ухом не повел. Я думаю, это точно уж наш? Ой. Чего? Да вот тут животное. Above increase сразу. А там надо очень мало, на самом деле. Dark Magic Increase почему-то. Так, спокойно. Мне нужно что-нибудь выбросить. Так, чувак, подожди. Постой на месте. Сундук. Его надо взять. Посмотри на меня. Как я выгляжу? Нормально? А что у тебя измениться должно было? А, все, значит, все нормально. Просто у меня это выглядит так, что у меня стоит все еще в позе лука, рука вперед, правая назад, и в правой руке, опущенной вниз, держит секиру. Ух. Это что, босс какой-то? Горнок, ну, наверное. Целых 3 голда. Да, целых 3. Наверняка босс. Ладно, пошли дальше, нам дальше идти надо. Значит, трэжи. Я открываю трэжи, забираю здоровенный гемстоун. Iron Battle Axe, Forgotten. Сколько я тут хрени, блин, всякой. Чё, у тебя Forgotten Iron Battle Axe? А, у меня просто Battle Axe есть. Насчет про фагот он говорит. Ну, это фагот, он сворд, опять-таки. А, простой сворд, не двуручный. Нет. А, ну двуручный, да, кстати.
Вручный? Да. У меня просто, по-моему, вручный. Сет Фаготен, да. У меня где-то был двуручный меч. Я его куда-то, кстати, делал. Ладно, пофиг на него. Ну да. И где там? Куда? Бля, опять и все оказались. На, типа, все, мы выполнили квест. Ты думаешь о том же, о чем я? Разбежавшись... Колыбель... Да, мне показалось, что мы сдохли. Over here. I have a question for you. What were you doing in the mine? Now that's just... Ой, я и солгал. На! По кому я стрельнул? А я сейчас правду скажу. Слушай, а тут змеи есть. А что ты сказал? А, я сказал лай там что-то там. Я не видел, я просто тыркал и все. А, в этом плане. Я сейчас буду ловить рыбу. Ну а как, у тебя есть наживка что ли? Да, походу. Да ладно. А, нажми Е и держи там, чтобы поменять, чтобы сменить наживку типа того. А, слушай-ка. Смотри на меня. Да, я вижу, блин. Пошел ловить руками, что ли? Ну да, я же орк. Сейчас тихо, ну то надо ждать. Не пугай рыбу. Не пугай рыбу! Не пугай рыбу, слышишь ты? Опа, я рыбу поймал. Ты гонишь. Да, я поймал рыбу. Надо ждать же. Тебе начало это вниз уходить, поплавок? Ты тяни сразу. Оп. Опа. Я еще одну поймал. Труфиш. А у меня лангфиш. Ладно, у меня места нет в инвентаре, мне нужен торговец. Тебе места нет в инвентаре? Вообще нет. А, ну дальше, ты там всякую херню собирал. А, мне нужен торговец. Дулфиш. Что там такое? На, давай. Крыса. Слушай, а тут есть змеи, прикинь. Я где-то втроей убил змею. Блин, мне нужен торговец. Крыска сдохла. Слушай, я с орком... Так, я пойду в город, опять гоблин. А где город? Нет. Вон там город какой-то стоит, я надеюсь, что там город, я хочу продать что-нибудь срочно. А-а-а, смотри, паук! Assassin Beetle? Это же убийца! Он воняет. Он сейчас рванет. Он воняет просто. Потрогай его. Фу. Вон еще один, смотри. Нет, подожди, я хочу этого. Смотри, смотри, я в стелсе, короче. Стелси. Стелси подкрался, подбежал. И на дубиной, да? Блин, у меня нет места, короче. Я все равно ничего не выпало. А, подожди, вон слева вообще город. Собака опять. Слушай, а мы тут уже были. Только ночью. Ну, мы не совсем тут были, мы вон там внизу были. Просто не, потому что поднялись наверх. Помнишь, что тебя собака еще атаковала? По-моему, это не здесь было. Так. Убери оружие в ножны. Дейл. Найди мне торговца. This one does not sell this. Я пока нашел только кошку. И динозавра. И голую бабу. А мне нужен торговец. Динозавр. Надо про эту голую бабу говорил. Что ты говоришь?
А, слушай, на этом, на корабле же был торговец, помнишь? Точно, внизу. Угу. А, блин, я не мог забраться на ящики. Не ассасин. Да, я не ассасин. Блин, я походу... Ты тоже. Явно тоже. Не, нифига, я ассасин, все в порядке. Пройди Assassin's Creed. Да ну в жопу его. Зато же не умеешь перепрыгивать людей и бегать по канату. Я могу делать то же самое оркам. Ой, слушай, ты опять меня этим бегаешь? Да, взаимно. Угу. Hungry. Еще раз. Стор. Сел и продай всякую херню. Да. Вот это лучше все, кстати. Shuriken Greaves. А что у него можно купить? А, Cold Fish. Мычки. Ресторейшн, блин. Сколько ж тут всего-то? Soul Strike Ultimate Ability? Это что такое? Да, будет как... на шестом уровне какой-то Ultimate Ability. А, это Soul Magic Rank 6. Слушай, а здесь нельзя что-нибудь заготовить? В плане, чтобы это... Чтобы материалы использовать. Эй, ну почему мне наверху ничего не переносится? Ну вот, у меня уже все эти, как его, забиты. Крикслоты. Был бы тут менделка нормально, там всякие Shift E, 1, 2, 3 и тому подобное. Что ты смеешься? Да ну нафиг. Сам ты дал нафиг. Ну что, на этом можем закругляться? Ну, в принципе, да, можно закруглиться, завтра продолжим. Угу. Ты же можешь прощаться с моими зрителями. Ты что, писал, что ли? Да. Вот ты засранец. Ты же меня знаешь. Ну, ты хоть сказал бы. Да ладно. Ну, я ладно, даже не здоровался. Мне пофиг, да. Ну да. Так что, ребят, это был Skyrim Online. Его кусочек. Мы играли... это называется The Elder Scrolls, по-моему, а не Skyrim. А, ну, фу, блин, Skyrim, да. Elder Scrolls Online. Я просто сейчас это думаю насчет Skyrim. Да, и мы показали вам небольшой его кусочек. Продолжение следует. Да, продолжение следует. Всем пока, с вами был Хэдкраб и Наварыч. Внезапно. Да. Всем, народ, пока. До новых врывов. Пока.